Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией. Я знаю позицию России, я знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, почему Украина не заинтересована в этих переговорах? Еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне. Отвечая на заданный вопрос по военным учениям, президент снова подтвердил не раз уже озвученный тезис. Беларусь не заинтересована в развязывании конфликта. С белорусской стороны угроза не исходит. Мы проводим все мероприятия на нашей территории. Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся и не будем это делать. Более того, да и угрожать мы не можем. Мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку здесь на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно. Ну, кстати, первые фрагменты интервью уже цитируют сайт Associated Press. Охват агентства 7000 газет, 248 бюро новостей в 99 странах мира. А это и более 10 тысяч платных подписчиков от белорусского медиахолдинга до российской ВГТРК и катарской Аль-Джазиры. Интервью с Александром Лукашенко продлилось более часа. Его полная версия сегодня на нашем канале сразу после панорамы.